Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как мы сделали еще один небольшой шаг к тому, чтобы приобрести свою загородную недвижимость. Мы ходили, и вернее, сегодня мы начали день с выяснения того, где вообще выдают сельскохозяйственную ипотеку. Позвонили в Сбербанк, нам сказали, что на данный момент программа приостановлена, и кредиты больше пока что не выдаются, ипотеки. Позвонили в Россельхозбанк, нам предоставили ту же самую фактически информацию, но сказали, вы можете прийти в отделение, там все оформить. Мы решили, что да, пожалуй, стоит съездить, собрались с женой, поехали. Через минут примерно 40-50 мы были в отделении банка и стали в очередь, стали дожидаться, в общем, когда нас примут и что нам расскажут. Первое, что вообще, когда мы начали выяснять по поводу сельской ипотеки, дают ли вообще сейчас ее не дают, оказалось, что в ипотеку вообще всего дали 20 миллиардов рублей в общей сумме. Первая была субсидия, дотация равна 18 миллиардам рублей, потом по окончании этой программы дали еще 2 миллиарда рублей. Первые 18 миллиардов рублей, они разбежались просто по рукам, скажем так, да. Желающих оказалось так много, что не все заявки смогли одобрить. Это нам предоставил информацию сотрудник банка. Вообще, изначально, когда мы нашли информацию по поводу сельскохозяйственной ипотеки, мы нашли всего информацию о 3 миллиардах рублей. Я подумал, ну, слишком маленькая сумма, 3 миллиарда рублей, это вообще 3 триллиона рублей, как бы, да, еще можно поверить, но 3 миллиарда рублей – это очень маленькая сумма, на мой взгляд. В общем, оказалось, что эта сумма равна, в общем, такой, и суть не в этом. Когда выдали первые 18 миллиардов рублей людям, которые подавали также заявки, но по какой-то причине они не успели получить свои денежные средства, они получили их во вторую очередь, потому что у них уже были, в принципе, одобренные заявки, и когда выдали еще 2 миллиарда рублей на то, чтобы продолжить программу, они получили свои денежные средства. Почему ушли эти 18 миллиардов очень быстро? Казалось бы, ну, по идее, эти средства гасятся только на разницу в погашении процентов по кредиту. И все, остальную сумму как бы гасит сам человек, который приобретает недвижимость. Государство же нас не выплачивает эти деньги. Все очень просто, потому что люди в больших городах особенно приобретали загородную недвижимость, ну, как бы в условно загородную. Допустим, в городе Санкт-Петербург есть такой населенный пункт, называется Шушары. Там, по идее, должны были бы выдавать обычную ипотеку, но люди там брали сельскую ипотеку под 2,7% годовых. Тем самым они и исчерпали лимит на эту ипотеку. Программа будет развиваться и дальше. По заявлению Министерства сельского хозяйства, они собираются запросить у государства еще 6,4 миллиарда рублей для того, чтобы продолжить программу, потому что оно, в принципе, заинтересовало людей, и люди начинают покупать загородную недвижимость. Да, на самом деле это выгодно, это выгоднее, чем переплачивать по 8,5% годовых и за 10 лет вы выплатите там пару миллионов рублей процентами, или вы отдадите там 1200 всего лишь процентами. Конечно, это выгоднее, да и в принципе сам по себе платеж становится более доступным для людей. По поводу, где я нашел данную информацию. Данную информацию я нашел на одном из новостных источников со ссылкой на Министерство сельскохозяйства, на Минсельхозразвития. Они сказали, что да, будет дальше развиваться это направление. Но когда выдадут эту сумму и выдадут ли ее вообще, неизвестно. В отделение мы, дождавшись своей очереди, подошли к сотруднику, попросили у него информацию. Он нам сказал, что потребуется для того, чтобы оформить предварительную заявку на ипотеку. Предложил проверить кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг у меня оказался хороший, в районе 750 там, из 800 с чем-то там доступных пунктиков. По поводу оформления заявки на сайте, он сказал, что там не совсем корректно оформляется заявка, и в дальнейшем вас приглашают в офис снова на дооформление заявки. Поэтому, когда вы пойдете в офис, и если вы пойдете в офис, вам потребуется при себе иметь паспорт, СНИЛС, справку 2 НДФЛ с официальным подтверждением источников дохода, за последние 6 месяцев свидетельство о браке. Также мне сказали, что у меня будет супруга моя находиться на иждивении, так она сейчас не работает, и расчет средств, которые будут уходить у нас на погашение ипотеки, будут рассчитываться на двоих. Ну, доступность, вернее, выдают мне или не выдают, будут рассчитываться из того, что у меня супруга находится на иждивении.
Что в данном случае подразумевается? То есть, допустим, зарплата у меня составляет 40 там, с небольшим тысяч рублей. Ставка будет по ипотеке 2,7, срок, сумма кредита 2,2 миллиона рублей, первоначальный взнос 300 тысяч рублей, остаток нужно будет 1 900 000 на 10 лет. Платеж по ипотеке будет составлять 18 с небольшим тысяч рублей. В Самарской области сейчас на одного человека прожиточный минимум составляет 10 тысяч рублей. То есть 10 тысяч рублей плюс 10 тысяч рублей плюс 18 с копейками тысяч рублей. Это та сумма, которая у меня должна быть стабильна для того, чтобы мне одобрили ипотеку на такую сумму. Если у меня будет, соответственно, меньше, то мне ее просто-напросто не одобрят. Либо мне нужно снимать жену с иждивения. Тоже как вариант. По поводу, что дальше. После заявки на предварительное одобрение ипотеки, когда вам ее одобрили, вы начинаете поиск жилья. В принципе, вы сейчас уже можете начать, конечно же, поиск жилья, как мы это сделали. Но у жилья должен быть ряд параметров, которые должен соответствовать это жилье. Сейчас я вам о них расскажу. Самым важным для меня оказалось это то, что нужно вызвать оценщика будет для того, чтобы оценить это жилье, пригодно или непригодно для проживания, и вообще оценить стоимость данного объекта. Документы должны быть, естественно, у собственника на дом. Нужна будет выписка из ЕГРН, Государственного реестра недвижимости. Так, нужно будет нотариальное согласие супруги и супруга на продажу недвижимости. Справка о наличии зарегистрированных лиц в приобретаемом объекте. Весь список я, наверное, сфотографирую и его выложу на какой-нибудь обменник, чтобы могли скачать и посмотреть. Самое для меня интересное оказалось, это 12 пункт в этой бумаге. Информация об ИТИЛИ, БТИ или иного органа, ведущего технический учет недвижимого имущества. В общем, если были какие-то изменения, они были не зарегистрированы, а оценщик скажет, что здесь изменения, то вам, ну, вы не сможете оформить ипотеку на этот дом, пока не будут внесены изменения в план БТИ. Вот такой вот есть нюанс. По поводу подводных камней. Есть ряд подводных камней, которые могут вам затруднить получение этого кредита и вообще желание брать его. Первый подводный камень. Программа рассчитывается на 5 лет. Что будет дальше, неизвестно. Будет программа продолжаться или не будет. Или в какой-то момент у государства закончатся денежные средства, они не смогут вам выплачивать проценты по кредиту, то, увы. Соответственно, программа прекратится, и вам нужно будет с этого момента платить другую сумму средств за свой кредит. То есть, изначально у вас ставка 2,7% годовых. Государство сказало, программа прекращается, больше мы вас поддерживать не можем, вам нужно дальше как-то самим крутиться. К этому проценту прибавляется еще ставка ЦБ. Она может равняться там разной сумме, на текущий момент, по-моему, она составляет 6,5%, то есть мы прибавляем 2,7 плюс 6,5%. Итого получаем общий процент в районе 9,2%, который нам нужно будет платить по ипотеке. 9,2% годовых. Вот такую вот сумму нам придется оплачивать. Это уже будет далеко не 18 тысяч рублей, там за 20 тысяч рублей перевалит эта сумма. А, еще один из важных моментов по поводу жилой площади, которую вы можете приобрести. На одного члена семьи полагается 21 квадратный метр в Самарской области. Итого получается для нашей семьи небольшой 42 квадратных метра должна быть площадь жилая. Если жилая площадь меньше, то, соответственно, мы также не сможем оформить жилье в ипотеку. Что ж, на этом пока все. Я заказал справки с работы. Жду ответа от работодателя. И снова пойдем оформлять документы на ипотеку. Если появится вопрос, обязательно пишите в комментарии. Постараюсь ответить по той информации, которую я выяснил. Если понравился ролик, подписывайтесь на канал. Всем пока!